Суббота, 5 сентября. Сегодня совпало две даты. Одна печальная, другая радостная. Начну с печальной. Мой велосипед приказал сегодня умереть. Сегодня лопнула рама, и ничего, к сожалению, с этим не сделаешь. Поэтому 45-летняя рама не выдержала очередного моего упорства напором на трассе. И, к сожалению, лопнула, но все без последствий для меня, по крайней мере. Все обошлось полюбовно. А вторая новость веселая и классная. Я купил очередную гитару. Та-дам! Прошу любить и жаловать, это Корд 880 CE с пьезодатчиком. В общем, аналог аналогичного Ibanez, который производится так же само в Индонезии. Такая гитарка. Сейчас будем пробовать. Как это, новые корабли? Да, в новые корабли разбивать бутылку шампанского. Я это, естественно, делать не буду. За меня это сделает небольшой дождь. Чуть-чуть светлей. Ну, светлей-то станет, а теплее не станет. Собираемся. Все лимиты.